8 вечера в Украине. Понедельник, 23 июля. В материалах корреспондентов подробностей в студии Александр Просяник. Сегодня в выпуске. Подстоять свое. Почему пенсионеры выстраиваются в очереди и все равно не могут получить законные выплаты? Цифровая оборона. Украинские айтишники соревнуются с коллегами из НАТО в написании программ для армии. Кто впереди? Гуманность без границ. Кто такие белые каски и почему Израиль провел ради их спасения операцию на территории другого государства? Темные времена. Британия запасается продуктами на черный день. Чего бояться? Домашний арест. В Житомире суд избрал меру пресечения владельцу маршрутки, которая попала в страшное ДТП в прошлую пятницу. Тогда, напомню, погибли 9 пассажиров и водитель микроавтобуса. Машина влетела в прицеп грузовика. Еще 10 пассажиров с травмами в больницах. Королевский райсуд Житомира отправил владельца маршрутки Петра Луцика под круглосуточный домашний арест на 2 месяца. Мужчину задержали еще в день ДТП. Сегодня истек срок его содержания в СИЗО. На заседании прокуроры заявили, что у микроавтобуса были неисправны тормоза. Именно они отказали во время поездки, и это стало причиной аварии. Кроме того, водителя допустили к рейсу уставшим сразу после предыдущей ночной поездки. Перевозчик все отрицал, сейчас ему грозит до 5 лет тюрьмы. Киевские пенсионеры оббивают пороги пенсионного фонда и почты. Люди почти неделю не могут получить свои пенсии. Когда возобновят выплаты, они не знают. И продолжают ждать деньги в очередях. Причины такой проволочки искала Ксения Барвиненко. В таких очередях киевские пенсионеры стоят почти неделю. Говорят, ходят на почту, как на работу. С 8 утра и до конца рабочего дня. Но денег до сих пор не получили. Пенсионеров и так пенсии эти копеечные. Особенно офицеров, простых граждан. Вот. Вы тут же подняли и тут же подняли цены. За одной рукой даете, другой забираете. А то издевательство над пенсионерами, понимаете? Нет? Пенсионеров загнали в угол. Жить так невозможно. Ни в одной стране такого нет. Бардака, как здесь. Люди уже не знают, к кому обращаться. В пенсионном фонде им отвечают, что нет финансирования. А на горячую линию в Кабмин и вовсе не дозвониться. Обращался в кабинет министру. На горячую линию. Они просто вообще телефон отключили. Ну, то есть вы позвонили? Да, Оксана, 560, там такая оператор подняла трубку, начала задавать вопрос по этой ситуации. Она вообще телефон отключила. Несколько раз перезванивала, вот туда дозвониться конкретно невозможно, просто невозможно. Такая ситуация по всей Украине. А вот нас в пенсионном фонде заверили, финансирование проходит в штатном режиме. И никаких проблем нет. Наразі пенсионный фонд... Кошти, які має, він фінансує. Пенсії фінансування продовжується. Якщо говорити прямо зараз, то згідно закону фінансування має завершитись 25 числа. Наразі фінансування продовжується. Воно надалі ще час є, тобто воно надалі буде продовжуватися. О том, що з фінансуванням все в порядку, говориться і на офіційному сайті Пенсіонного фонду України. Ще в середині місяця пенсії виплатили більше, ніж на 50%. І дійсно, ніяких проблем у тих, хто отримує гроші. Деньги до 18 числа не было. А вот остальные пока чуть ли не каждый день оббивают пороги почтовых отделений. Причину задержек пенсий выяснили в Комитете Верховной Рады Украины по соцполитике. Нардеп Сергей Каплин сообщил, проблема возникла из-за того, что казначейство не перечислило пенсионному фонду займ на покрытие кассовых разрывов. Платить пенсии просто нечем. В ближайшие дни люди получат деньги. Ксения Барвиненко, Виталий Коваленко. Подробности телеканал Интер. Если власть не может обеспечить выплату даже нынешних пенсий, то об их повышении говорить вообще не приходится. Лидер оппозиционного блока Юрий Бойко уверен, руководство страны в ближайшее время на такой шаг не пойдет. И вот почему. В сегодняшней ситуации правительство не будет этого поднимать по одной простой причине. Им не даст это сделать Международный валютный фонд. Потому что сегодня правительство живет под диктовку МВФ, выполняет все их требования. Это не партнерство, это просто грубый диктат и путь в никуда. Потому что ни одна страна не была успешной, та, которая напрямую тупо выполняла требования МВФ. Это путь к социальному взрыву. Сегодня правительство заложник своей же экономической политики и просто является вассалом МВФ.
На передовой сегодня относительно тихо. С утра боевики только раз обстреляли украинские позиции в районе Лебединского. Противник открыл прицельный огонь из противотанкового гранатомета. Никто из наших военных не пострадал. Пользуясь моментом, они укрепляют позиции. Подробности расскажет Игорь Левинок. Участок фронта в районе поселка Золотое, Луганское направление. Еще месяц назад эта территория считалась серой зоной. Сейчас здесь наши солдаты. Они заняли стратегические позиции и теперь полностью контролируют передвижение врага. Раньше они могли подходить дуже близко даже до нас и відкривати вогонь зі стрілецької зброї. А на данный момент, скажем так, мы свои позиции набагато вигідніші у нас, и они до нас не можуть підходити настільки близько. Но накануне боевики все же попытались прощупать здесь нашу оборону. Неудачно. Украинские солдаты заметили группу российских наемников, которая двигалась в сторону наших укреплений. Далее дело техники, и она не подвела. Врагу пришлось спешно уносить ноги. У них є в деяких місцях підходи, де вони можуть підходити дуже близько, буквально непомічуємо так, безоружним оком. Спеціальними приладами було замічено просування людей. Потім вони, походу, поняли, що їх спалили. По данным нашей разведки, противник интенсивно сооружает новые укрепления, подтягивает технику и почти ежедневно открывает провокационный огонь из стрелкового оружия. Стреляют вони, аби стреляти останнім часом. Хоча не можна недооцінювати ворога, бувають різні ситуації, різні моменти, але заздалегідь вони зараз себе ведуть так, аби показати, що вони дійсно там є. О присутствии вдоль линии фронта вражеской тяжелой бронетехники сообщают украинские разведчики. Пока пушки молчат, но в полной боевой готовности отразить их атаки готовы специально созданные подразделения. Регулярно по распоряжению командующего объединенных сил эти группы оттачивают свое мастерство. Главное, говорят, хорошо прицелиться. Я зараз гарантую установку для ЛПР. Прибор. Далекомірних для розвідників. І случайних людей серед протитанкістів бути не должно. Дуже сміливим, відданим та патріотичним в своїй країні, бо, як кажуть про нас, протитанкістів, живемо красиво, але недовго. Головними якостями протитанкістів повинні бути мобільність, маневреність, скритість та вміння влучити в ціль з першого посту. На передовой же, пользуясь затишьем, наши военные окапываются и укрепляют позиции. Бойцы уверяют, теперь у врага стало меньше возможностей для атак. Игорь Левинок, Ирина Баглай, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер. Программисты на страже обороны в Киеве стартовали соревнования айтишников при содействии НАТО. Украинские разработчики создают новое программное обеспечение для боевых систем. На открытии форума побывал Даниил Снисар. Работу по совершенствованию систем управления и связи командование вооруженных сил Украины начало сразу после аннексии Крыма. С тех пор разработка боевой системы стала одной из ключевых задач реформы ВСУ. Для ее модернизации и улучшения взаимодействия между силовыми структурами в Генштабе решили привлечь молодых IT-специалистов. Оборонний хакатон для нас є абсолютною новинкою, і ми вперше маємо можливість за підтримки наших партнерів з НАТО все-таки тут в Україні відповідно до стандартів Альянсу провести перший оборонний хакатон. Хакатон, а проще говоря, соревнования специалистов по программированию в Украине устраивают впервые, тогда как в странах-членах Альянса они уже традиционны. В подобных оборонных форумах украинская сборная команда уже принимала участие в Черногории и Великобритании. В Лондоне в прошлом году наши айтишники одержали победу. Проект ваших специалистов уже побеждал в хакатоне и был одобрен специалистами Альянса. Думаю, это важный вклад. Поэтому проведение форума здесь, в Украине, весомый этап развития в оборонном секторе. Почему? Потому что это действенный способ для создания программных сервисов передачи информации и обеспечения электронной безопасности в Украине. В национальном хакатоне принимают участие 15 команд. Курсанты ВСУ, Нацгвардии, полиции и студенты военных институтов. Вы решили спробовать свои силы и внести свою долю в розбудову українських IT-сфери, саме в галузі збройних сил, щоб принести свою користь для розбудови нашої держави і збройних сил. Над созданням нового программного обеспечения команди будуть працювати ближайші 4 дні.
В последнее время программы безопасности в Украине не были безупречными, поэтому вместе с моими коллегами, которые являются владельцами похожих программ, мы поддерживаем идею проведения хакатона в Украине. Команду победителя жюри объявит в пятницу, а программное обеспечение, которое украинские специалисты и представители НАТО признают лучшим, используют в оборонном секторе Украины. Данил Снисер, Владимир Самченко, подробности, телеканал Интер. Израиль провел уникальную спасательную операцию в Сирии. По гуманитарному коридору военные вывели и эвакуировали в Иорданию представителей организации «Белые каски», за которыми военные армии Асада устроили настоящую охоту. С подробностями Сергей Услендер. «Белые каски» — это общественная организация, созданная из сирийских добровольцев под эгидой западных стран. Работают они, как правило, в районах, занятых оппозицией, выполняют там функции своеобразного МЧС, занимаются спасательными работами, оказанием медицинской помощи, распределяют и доставляют гуманитарные грузы. Но, помимо всего, у них еще есть одна важная задача. Они документируют военные преступления, которые армия Асада и его союзники совершают во время войны. Поэтому, когда правительственные войска начали наступление на районы оппозиции, стали их занимать, над представителями «Белых касок» возникла угроза физического уничтожения. И поэтому в ситуацию был вынужден вмешаться Израиль. Несколько дней назад президент Трамп и премьер Канады Трюдо обратились ко мне с просьбой помочь ввести «Белые каски» из Сирии. Жизни этих людей, которые рисковали ради спасения других, были в большой опасности. Поэтому я санкционировал спасательную операцию как гуманитарный жест с нашей стороны. В Иерусалиме особо подчеркивают, что по-прежнему не собираются влиять на ход войны в Сирии, но и не допустят резни мирного населения. Операцию проводила израильская армия. Она обеспечила безопасный коридор для вывода белых касок и членов их семей. Сирийских военных предупредили, что если они попытаются помешать эвакуации, то Израиль будет вынужден нанести по ним удары. По районам, примыкавшим к коридору, произвели артиллерийские налеты в качестве предупреждения. В итоге около 800 человек пересекли границу с Израилем. Иерусалим дал разрешение на то, чтобы провести их в Иорданию. Теперь эти люди получат статус беженцев. Их согласны принять у себя Канада и некоторые европейские страны. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро телеканала Интер. Великобритания запасается едой на черный день. Он может наступить, если стране придется выйти из ЕС, так и не договорившись об условиях развода. Какова стратегия британского правительства? Есть ли шанс, что страна останется в европейской семье? Светлана Чернецкая из Лондона. Консервы, закатки, крупы, медикаменты – такие домашние запасы могут пригодиться британцам уже весной. Выход Лондона из Евросоюза запланирован на 29 марта. А если вдруг Великобритания и ЕС не смогут договориться об условиях развода, и Лондон решит громко хлопнуть дверью, стране грозит пищевой кризис. Сейчас Великобритания производит только половину продукции, которую потребляет. В частности, 40% свежих овощей и фруктов поступают из Европы. Мы делаем все, чтобы в случае выхода из ЕС без достигнутого соглашения страна была готова к этому. И хотя считаем такой сценарий худшим из возможных, должны к нему готовиться. Мы будем иметь оперативные указания в этом случае. Даже законы будут наготове, чтобы справиться с таким развитием событий. Подготовка к черному дню обойдется Лондону более чем в 17 миллионов фунтов. Часть этих денег пойдет на наполнение складов запасами еды. Также правительство думает, как разбираться с хаосом на границах. Ведь разрыв всех нынешних соглашений отрежет страну от остальной Европы. Впрочем, даже такая опасность не останавливает Лондон в желании довести Брексит до конца. Многие в ЕС думают, что достаточно просто потянуть время, подождать, и Великобритания передумает. Я вас уверяю, этого не произойдет. Это первый зарубежный визит нового министра. Главный британский дипломат отправился в Германию, чтобы лично объяснить позицию Лондона по вопросу выхода страны из ЕС. С таким же заданием по Европе разъедутся другие ключевые члены правительства. В частности, глава МВД запланировал визит в Испанию, министр по бизнесу в Италию. Британскому правительству этим летом не до отдыха, как, впрочем, и самой Терезе Мэй. До конца этой недели она собирается навестить сразу троих европейских коллег. Это австрийского канцлера, чешского и эстонского премьеров. Времени на переговоры по Брекситу остается все меньше. Поэтому Лондон лихорадочно ищет поддержки других европейских стран, чтобы процесс развода с ЕС прошел как можно более гладко. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер.
Ну, а в Украине герои выживают на гроши. В такой ситуации оказались ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС. Почти 4 года назад депутаты урезали им выплаты, но недавнее решение Конституционного суда дало надежду на возобновление льгот. О своих проблемах чернобыльцы рассказали нашим корреспондентам. Александр – ликвидатор второй категории. В 1986-м, в первые дни катастрофы, он состоял в отряде пожарников. Мужчина получил звание героя. Но сегодня внимание государства, признается Александр, не ощущает. Мне выплачивается ещемесячно 207 гривен и 90 копеек там, выплата чернобыльской. Да. Все, вот это кошти. Достойных социальных выплат и санаторно-курортного лечения чернобыльцев лишили согласно закону, который Верховная Рада приняла в декабре 2014 года. Я б вам сказав, щоб ви попробували на такі жити, можливо, ну, звісно, це неможливо на такі гроші. Ну, практично вся пенсія, якщо лікуватись і звертатися, куди б навіть ті аналізи, які треба щомісяця проходити, цієї пенсії буде навіть замало. Но теперь есть надежда, что прежние выплаты чернобыльцам возобновятся. Конституционный суд Украины 17 июля признал решение Рады незаконным. Справедливости, потратив на тяжбы 3 года, добились депутаты оппозиционного блока. То, что Конституционный суд так долго разглядал это подання, очевидно, было штучным затягиванием, небажанням влади и неможливістю влади забезпечити дані пільги, компенсації і підтримку людей. Влада 3 роки, крок за кроком, не те, що не збільшувала, не те, що не допомагала людям, які бідніли, а навпаки, кожним своїм рішенням зменшувала відповідні види допомог. Сегодня Юрий Павленко встретился с ликвидаторами в Житомирской области. Они тоже жалуются на невыплату денег. Ну, це власть, як вам сказати, вона нехтує законами, вона просто забула за цих людей, які завоювали життя, дали їхнім внукам, дітям, щоб вони по цій землі ходили. Просто сьогодні знехтували нами, розумієте? Чтобы не допустить принятия новых законов, уменьшающих или запрещающих выплаты, нардеп предложил ликвидаторам, общественникам и депутатам действовать сообща. Сьогодні важливо реалізація забезпечення даного рішення Конституційного суду з тим, аби пільги, кошти, які передбачені людям, вони дійшли до кожної сім'ї. Сами ликвидаторы надеются на восстановление выплат, иначе, говорят, будут и дальше пикетировать Верховную Раду и Кабмин, пока их проблемы не будут решены. Лариса Зубенко, Геннадий Никиенко. Подробности, телеканал Интер. Коллектив соевого завода в Новой Каховке вновь на вынужденном отдыхе. Люди, которые на днях захватили предприятие, сегодня пустили работников на территорию, но приступить к выполнению обязанностей все же не получилось. Обо всем подробнее в нашем сюжете. Жихарев, 24. Половина 8 утра. Работники предприятия «Каховка Протеин Агро» понемногу собираются у завода. Хотя после того, что случилось в минувшую субботу, многие сомневаются, что попадут на территорию. Там уже 2 дня хозяйничают неизвестные. Я находился в субботу на дежурстве на территории завода. Где-то около 8:30 ворвались неизвестные лица в балаклавах, вооруженные бронежилетах, вооруженные дубинками, положили меня на пол и вывели с территории завода, ничего не объясняя. Сегодня же Ивана Бородина нет в списке тех, кому захватчики предоставили допуск на завод. Не позволили пройти и остановили на проходной даже руководство предприятия. Вы меня не пропускаете, инженер, я вас выходил. То есть вы пропустили всех остальных сотрудников, которые работают в таком случае на охранении? Ну, я не вижу, что вы вам приказ показал. А это такой же приказ сделал. А как вы видите по другим сотрудникам? Как вы видите по другим сотрудникам? Я вот так вот вижу, как я вижу. Учитывая, что у меня есть достаточно четкая позиция, я переживаю за свой коллектив, коллектив пропустили, меня нет. То есть, когда я показал, вот хочу вам показать, что я им показал, зашел, показал приказ о моем назначении, показал все наши документы, договор аренды на землю, аренда этого имущественного комплекса, договор показал. Вот, они сказали, что они считают, что моих полномочий они не знают. Очередной рабочий день руководителя завода начинается с общения с правоохранителями. По событиям субботы уже открыты 2 уголовных производства. Сегодня Артем Стогний пишет новое заявление, но присутствие полиции тоже не помогло.
После общения с правоохранительными органами мне заявили, что я должен собрать пакет документов. Я передал при полиции копию приказа о моем назначении заместителем директора. Вот. Мне сказали принести еще копию трудовой книжки, справку из ГФС, что я плачу налоги, еще ряд документов. Но по факту мы понимаем с вами, что это формальное, скажем так, основание для моего недопуска на завод. Люди, которые сейчас контролируют предприятие, так и не вышли, чтобы дать какие-либо объяснения. Артем Стогни уверяет, находиться на территории предприятия у них нет оснований. К тому же в эту среду пройдет очередное заседание суда по делу «Каховка Протеин Агро». И его руководство ждет справедливого решения. Впрочем, как и коллектив. После обеда работники покинули территорию завода, а когда вернутся к работе, неизвестно. Константин Редин, Леонид Аборин. Подробности, телеканал «Интер», Херсонская область. 8 миллиардов гривен в год – таковы масштабы контрабанды леса в Украине. В правительстве намерено четко установить, сколько древесины было экспортировано и какой ущерб в результате этих действий понесло государство. Об этом на совместном совещании с руководителями ГФС, Государственной аудиторской службы, Нацполиции и Укрзалезнете заявил премьер-министр. По словам Владимира Гройсмана, совместными усилиями контрабанду проследят по цепочке, а дело передадут в антикоррупционный суд. Глава правительства пообещал, что результаты расследования объявят публично. Саме головне – зберегти ліс. І питання у Міністерства агропромислового комплексу полягає в тому, щоб ми почали зараз активно працювати над відновленням українських лісів. Це є принципово важливо. Тому я очікую від вас і вимагаю від вас скоординованої роботи, по якій ми будемо мати абсолютно публічний звіт на засіданні уряду. Я дуже хотів би, щоб в нашій роботі була повна публічність. Деньги в воду. 16 миллионов гривен потратили в прошлом году на реконструкцию защитной дамбы в Ивано-Франковской области. Результат? Плотина не выдержала уже первого сезона дождей. Как же так вышло? Давайте посмотрим. Залазить повністю рука, і цей край уже обвалився. Пройшло максимум 3-4 місяці. Как эти плиты были поставлены. Вот так сегодня выглядит реконструированная дамба, которая должна защищать от наводнений часть Коломы. Дамба была сдана еще 31 грудня 2017 года. Кошти были перераховані и все подряды были закрыты. Станом на сегодня мы видим, что работы еще не завершены. Тут оно все просідає, все падає. Віктор живе недалеко от реки Пруд. Жалуется, из-за поврежденного рекой русла страдают местные жители. Воды в колодцах не хватает, а спасения от наводнений нет. Я будівельний сантехник. Є оцей глибинний насос. Я мушу ставити масово людям отако на бік. Будь ласка, вибирається це все. Вода текает. Согласно проекту, отремонтировать должны были более 600 метров дамбы. В целях экономии решили использовать часть старых плит, которые уже смыло водой, поскольку основа укрепления земляная, а не бетонная, как должно быть, утверждают активисты. Тут мало быть надежные встелені габіони. Основное, это основное, что мало бы тримати данный берегоукрепление. Вода це все подмила, бо насипано просто было шутру. Реконструкцию проводили по заказу Коломийского управления коммунального имущества. Деньги из госбюджета поступили в ноябре прошлого года. В конце декабря подрядчику перечислили всю сумму. Это более 16 миллионов гривен. Но работы начали выполнять только весной. Не скріплені бетонні плити от вже почали розсуватися. Не проведені зварені роботи і не залито якісний фундамент під цими плитами. Якщо б зараз цієї дамби не було, у нас б вже ту частину міста цього року затопило. Тобто так, в останній вагон зайшли, але зробили. В горсовете же ніяких проблем з дамбою не бачать, вважають, все зроблено согласно проекту. Фірма підписала угоду, вона виграла тендер і ті умови всі виписані. Вона має відповідати. Мало того, ми домовилися, що ми зараз тихенько незалежного технічного експерта собі наймемо. Він перевіряє. Куда потратили государственные миллионы и кто принял в эксплуатацию защитное сооружение в таком виде, в горсовете не объяснили. Тем временем в полиции по факту реконструкции дамбы открыли уголовное производство. Пока же специалисты насчитали 5000 гривен убытков. Богдан Журавель, Жанна Дучак, Зиновий Автанас. Подробности, телеканал «Интер», Ивано-Франковская область.
Полтавской области открыли обновленное нейрохирургическое отделение областной больницы. Свежий ремонт, новые коммуникации, две палаты интенсивной терапии. Капитального ремонта в медучреждении не было с 1978 года. За год это отделение теперь сможет принять 1500 пациентов. Найти средства удалось активистам социал-демократической партии. Но если финансирование ремонтных работ партийцы могут помочь, то зарплаты медиков целиком и полностью задача государства. Так считает нардеп Сергей Каплин. Кроме того, он уверен, необходимо провести аудит эффективности медреформы и уже зарегистрировал соответствующий проект постановления в Верховной Раде. Висновок один. Медичної реформи в країні немає. Медична реформа призводить до суттєвого навантаження на лікарів. Але питання номер один сьогодні – це питання зарплати лікарів. 4 тисячі гривень – середня зарплата у цій лікарні, 4 тисячі гривень по всій країні. Обіцяні 20-25 тисяч гривень після медичної реформи є профанацією. Ми повинні серйозно задуматися, а головне вирішити питання суттєвого підвищення заробітної платні в системі охорони здоров'я. Сьогодні для мене це задача номер один. Когда возраст не помеха. А жительница Хмельницкого Лидии Пастух говорит, едва ли не полгорода. В 77 лет она стала инструктором по силовой гимнастике. А для других пенсионеров настоящим мотиватором. Наши корреспонденты познакомились с Лидией Григорьевной и были покорены. Лидии Пастух 79. Ее утро начинается с пробежки по лестнице. 9 этажей вверх и 9 вниз. Затем, сменив кроссовки на каблуки, идет на работу. А вечером, отработав смену на картонной фабрике, спешит в спортзал. Это разминочное колесо. Надо прокатать раз 10-15. Кто имеет слабые бицепсы, он не прокатает ни разу. Раз, два. Заниматься спортом Лидия Григорьевна начала 10 лет назад силовой гимнастикой хаду, которая включает в себя элементы хатха-йоги, пилатеса и дыхательных упражнений. При этом никакого спортивного инвентаря. Учитывая, что в молодости были очень серьезные заболевания, я приняла решение восстановиться, быть на своих ногах, при своем уме и не висеть ни у кого на шее. Возраст – это всего лишь цифры в паспорте, считает женщина. 5 лет назад она получила в Киеве диплом мастера силовой гимнастики, а позже поступила в местный университет. Я решила, что это мне очень не помешает. Знать анатомию, знать физиологию. Таких студентов немного бывает с такого возраста. Ну, университет я закончила, получила диплом. Прогнулись в спине колени горизонтально. А теперь руки сюда в напряжении. Обратно напряжение. Большинство учеников Лидии Пастух – женщины, разменявшие 7-й, а то и 9-й десяток. Говорят, их физической подготовке завидует даже молодежь. Ты стоишь? Такая крепкая вся. Да. Я Григорьевна сделала, что мы такие девочки. 29-летний Виталий тоже в группе. В спортклуб пришел из-за проблем со здоровьем, а остался из принципа. Мол, было стыдно, что женщины в возрасте дают ему фору. Ось, наприклад, така дуже складна вправа з колесом, яке треба катати по землі. Я коли прийшов, я його виконувати не міг. А Лідія Григорівна з легкістю і прутко 15 разів вона швидко виконувала. Лидию Григорьевну ее ученики называют не просто тренером, а настоящим примером для подражания. Ведь она помогла разрушить стереотипы о скучной и депрессивной старости. Анастасия Старовойт, Лариса Светловская, Тарас Тарасов. Подробности телеканал Интер. Хмельницкая область. Встреча чемпиона. Ночью в Киев вернулся боксер Александр Усик. После триумфального боя с россиянином Муратом Гасиевым Усик стал первым в истории Украины абсолютным чемпионом мира. Встречала спортсмена Юлия Косян. Поклонники Усика начали собираться в аэропорту Киева еще за час до приземления самолета. Несмотря на позднее время, поддержать боксера пришли десятки человек. Мы приехали, чтобы встретить Александра Усика, чтобы приветствовать его с победой, с такой важной для него, для всех украинцев победой, потому что за него вболевали все украинцы. Та и, мабуть, весь мир. Каждая хвилина боя, каждая секунда – это... Таке хвилювання, воно як на грані. Дуже давно вболіваю просто за нього і хочемо побачити його вживу. І якщо можна, зробити спільне фото. Дуже вражаючі емоції були, дуже переживав з нашого боксера, оскільки суперник був дуже серйозний, але Усик вийшов і показав, що він набагато кращий за всіх остальних.
Толпа встретила Усика громкими овациями и спела «Многое лето». Спортсмен признался, после поединка сутки практически не спал. Какие у меня ощущения? Да никаких. Я спал полтора часа, когда мы летели сюда. После боя я еще не спал, ну так вот, эмоционально как-то. Очень хочется приехать домой, принять душ и вот так вот лечь и ножки вытянуть. В финале всемирной боксерской суперсерии в Москве Усик встретился с россиянином Муратом Гасиевым. Бой длился 12 раундов. Преимущество украинца было очевидным. Усик стал первым в Украине, четвертым в мире боксером, который сумел объединить все чемпионские пояса в своем весе. Победу Александр посвятил своим наставникам. Я отцам ее посвящаю. Моего отца уже, к сожалению, нету, но те люди, которые способствуют моему восхождению там, каким-то титулам, моей карьере, я посвящаю эту победу отцам. Усик поделился, был удивлен поддержкой московских зрителей. Пока боксер планирует отдохнуть, увидеть детей и провести время с семьей. В то же время уже думает о предстоящем бое. Тони Белью, один из его возможных соперников. Юлия Касьян, Максим Чеблин. Подробности, телеканал Интер. 1035 лет. В Киево-Печерской лавре отмечают сегодня годовщину основания. На территории монастыря отслужили праздничную литургию и открыли сразу две выставки. Юлия Жешко видела, как все было. В Киево-Печерской лавре сегодня праздничная литургия. Здесь вспоминают преподобного Антония Печерского. Его считают создателем лавры. На службу в Успенский собор пришли около 1000 верующих. Считается, что божественная литургия – это главное таинство церкви. В ней принимают участие более 20 архиереев во главе с митрополитом Киевским и всея Украины. Был здесь и народный депутат Вадим Новинский. Он тоже принял участие в службе. До нас приїжджає дуже багато гостей. Це ще раз підтверджує про те, що в Україні помісна церква – це Українська православна церква, яку підтримують всі православні, незалежно де вони народилися, де служать. Це така єдина сім'я православних людей, яких об'єднує Христос, православна віра і церковні канони. Кроме того, празднуют 30-летнюю годовщину возрождения лавры и ее монашеской жизни. Почтить память монахов, восстановивших святыню, прибыл митрополит из Иерусалима. По его словам, связь Святой Земли с Киево-Печерской лаврой очень прочная. После открытия лавры сразу иерусалимский патриарх Диодор I совершил первую патриаршую литургию на дальних пещерах. И это исторический момент, который мы ценим и доказывает братские отношения двух церквей. И чтобы помнили, с сегодняшнего дня в Успенском соборе открыли новую выставку. В экспозиции реликвии лавры и личные вещи монахов, которые восстанавливали обитель. Храмы на Печерских холмах – один из центров православной веры, говорит народный депутат Вадим Новинский. Ведь лавра имеет тысячелетнюю историю и живет по единым канонам с Афоном. Сейчас мы отмечаем 1035-летие святому Антонию Киево-Печерскому. Он в юном возрасте уехал на гору Афон. Там подвязался. Но его духовный отец отправил обратно. И именно с Афона пришло сюда монашество на нашу землю. Историю нельзя забывать, уверен Вадим Новинский. И самое главное, что ее помнят прихожане. Антоний, он же основатель Киево-Печерской лавры и монашества. Поэтому, наверное, большой праздник. И все, кто верует, тут приходят. А мы же все люди сейчас живем в мире страстном. Нас постоянно любая ситуация задевает. И чуть что не так, у нас сразу начинает вот так внутри все. Начиная все восставать внутри против того, что события происходят. Туда пришел, и мир воцарился. Вот что самое важное для любого человека. И прихожане, и священнослужители, и политики уверены в одном. Именно сейчас роль Киево-Печерской лавры, как одной из главных святынь православия, особенно важна. Юлия Жешко и Алексей Шматов. Подробности, телеканал Интер.
Больше, чем спорт. Игрок национальной сборной Германии по футболу Мезут Озиль ушел из команды и обвинил спортивных функционеров в неуважении и расизме. Подробности спортивного скандала с политическим привкусом в сюжете Татьяны Лагуновой. Вся эта история началась с одной встречи двух игроков сборной Германии турецкого происхождения с президентом Реджепом Эрдоганом. Озиль и Гюндоган подарили политику свои трико и охотно попозировали перед теле- и фотокамерами. Было это накануне выборов в Турции и чемпионата мира по футболу. Кадры этой встречи растиражировали СМИ, они вызвали в Германии шквал критики. Футболистов обвиняли в политических играх и агитации за Эрдогана, требовали немедленно исключить их из национальной сборной, ну или хотя бы не брать на чемпионат. Потом скандал как-то затих, и вот сегодня разгорелся с новой силой. Поквитаться с критиками решил Мезут Озиль. В социальных сетях он сообщил, уходит из сборной. И обвинил руководство немецкого футбольного союза в неуважении к его турецким корням, скрытом расизме и попытках обвинить его одного в провале сборной Германии на чемпионате мира. Дескать, теперь он больше не может с гордостью носить немецкую спортивную форму. Мнения немцев разделились. Я не думаю, что по мультимиллионеру, который живет и работает в Лондоне, можно судить о том, насколько Германия справляется с интеграцией. Но и то, что немцы так рано вылетели с чемпионата, никак не связано с тем, что Озиль фотографировался с Эрдоганом. Я считаю, что мало кто из участников этого конфликта вел себя правильно. Настоящее свинство. Годами он играл за сборную Германии, а теперь его так некрасиво выжили. Решение Озиля уже прокомментировали и в Турции. Тамошние политики заявили, поступок достоин уважения. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала Интер. Как японцы спасаются от аномальной жары, из-за чего в Германии дефицит пивных бутылок, и откуда в Беларуси гигантские тучи мух. Об этом и не только в нашем обзоре. Аномальная жара в Японии. Температура воздуха в стране достигла рекордной отметки – 41 градус по Цельсию. Духота уже унесла жизни 15 человек. Еще около 20 тысяч госпитализированы солнечными и тепловыми ударами. Медики советуют японцам не выходить на улицу в полдень, когда солнце наиболее агрессивно. На уступки идут и некоторые работодатели, позволяют своим работникам оставаться дома и работать дистанционно. А те, кому все же необходимо добраться до офиса, спасаются по-разному. Обливаются водой или ходят под зонтами. Немцы спасаются от жары пивом. Хмельной напиток сейчас настолько популярен, что местные пивовары жалуются на нехватку пивных ящиков и бутылок. Только за два предыдущих месяца они продали рекордное количество пива. Производители заказали дополнительно 1000 ящиков, однако этого все равно мало. Некоторые пивоварни уже призвали немцев в соцсетях перед отпуском сдать все пустые бутылки. Мол, пока они греются на пляже, пивовары снова наполнят сосуды. Принц Гарри не разрешает своей жене Меган Маркл носить смокинг. Об этом сообщает Daily Mail. По словам собеседников издания, герцогиня Сассекская встречалась с несколькими дизайнерами, чтобы подобрать наряды для предстоящего королевского тура по Австралии. На примерках присутствовал и ее супруг, принц Гарри. Он не одобрил один из предложенных вариантов – брючный костюм с галстуком-бабочкой, назвав его недостаточно традиционным. Хотя его мать, принцесса Диана, не раз появлялась на публике именно в брючных костюмах. В Беларуси нашествие мух. Жители Витебска сняли на видео гигантские тучи насекомых на улицах, напоминающие зимнюю метель. Местные говорят, такое обычно случается в августе, когда личинки массово вылупляются вблизи водоемов и у них начинается брачный период. Нашествие мух связывают также с глобальными изменениями климата. Как будут развиваться события, следите на нашем сайте подробности.ua. На сегодня все. Приятного вам вечера и до встречи завтра.